В разговоре с военными вы раскрыли замыслы беглых и кураторов. Три сценария действий, но по сути у них один желанный исход. Это госпереворот, захват власти. Что Беларусь должна противопоставить и должна противопоставить на эти замыслы? И вообще, как устоять? Конечно, цель у них это. Третий сценарий. Столько уже сценариев перебрал. Но я помню, третий это долгая игра. Да, все равно. В долгую они будут играть или в короткую. Цель одна. Надо Беларусь развернуть в обратном направлении. А для того, чтобы ее развернуть, надо свергнуть ныне действующую власть. Это будет очень сложно. Я уверен, особенно после проведения вот этого единого дня голосования и наших выборов. Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей, понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом.